Привет, друзья! Вы на канале Семейка Т. Поздравляем вас с праздником Пасхи. Христос воскресе! Воистину воскресе! Как и многие, мы находимся на самоизоляции. Дети, жена сидят дома. Выходит только магазин жена. Дети вообще дома. И мы вспомнили, не то что вспомнили, я-то в детстве играл в такую, скажем, старинную игру, как на Пасху катали яйца. Сегодня мы расскажем, что это за игра. И так как мы находимся в самоизоляции в связи с этой обстановкой с вирусом, мы поиграем в эту игру дома. Что для этого надо? В первую очередь, это надо, конечно, крашеные яйца и поле. Мы соорудили, посмотрите, вот такое поле. Это такое домашнее поле. На улице оно делается по-другому. То есть все эти бордюрчики делаются из песка. Выравнивается ровная площадка песочком. То есть закатывается, притаптывается, закатывается. Так, должен быть круг. Дальше делается скат. Ну, я вот принес с деревни, привез вот такой скат, стульчик детский поставил. И в чем смысл этой игры? Расскажу чуть о правилах. По правилам, а потом мы поиграем. То есть приходят игроки, у каждого игрока с собой крашеные яйца. Первое, что перед тем, как начать игру, то есть каждый играющий должен внести в кон одно с одного человека одно яйцо. Ну вот, допустим, я вношу в кон одно яйцо. Вот оно в кону. Каждый человек вносит яйцо в кон, и потом начинается игра. Задача этой игры — как можно больше сбить яиц своим яйцом. Если ты не попадаешь в яйцо, то оно остается здесь. Можно, если у вас закончились яйца, можно выкупить это яйцо. То есть... Денежкой, да. Цена за яйцо устанавливается игроками, старшим игрока, как у нас было. Вот. И цена яйца, насколько я помню, всегда в детстве была намного дороже, чем это просто в магазине яйцо, потому что это крашеное яйцо. И порой, когда у меня не оставалось денег, яиц не оставалось, проигрывали, то бежал домой, быстро варил яйца, там пытался им какими-то фломастерами покрасить. Вот такая ситуация была. Но игра очень интересная, занимательная, такая достаточно увлекательная. Ну а теперь что? Мы поиграем с семьей. Сейчас я семье тоже расскажу. И посмотрим, как у нас это получится. Ну, мы с детьми не на деньги, конечно, будем играть. Да, с детьми мы будем, конечно, не на деньги играть. Из игры вот у нас такие монетки игрушечные есть. Да, вот что-то жена там придумала. Да, ну, хоть как-то компенсировать. Ну, в принципе, еще сейчас настроимся и будем... В ходе игры, я думаю, мы все... Я тоже этих правил не знаю, вообще первый раз в нее играю. Я думаю, будет интересно немножко поиграть. Так что не расстраивайтесь, дома тоже можно себя занять. Итак, первое, что надо сделать, это запустить яйцо с каждого участника в кон. Каждый участник должен запустить в поле яйцо. Я. Так, теперь, Марьяна моя, куда ты хочешь? Чтобы далеко или близко? Оно уже сразу Пашкина залило. Сейчас еще не считается. Нет, да? Конечно, это яйца в кон запускают. Так, вот игроки у нас запустили в кон яйца. С каждого игрока по одному яйцу. И сейчас задача — это попасть в яйцо. То есть, смотрите, сразу скажу, в чем фишка игры. Вот яйцо, с одной стороны, имеет заострение, да, а с другой стороны вот носик, утолщение, носик. То есть попочка и носик. То есть если мы ставим яйцо попочкой, да, оно поворачивает в другую сторону, в другую поворачивает. Если яйцо такое прямое будет, то есть оно прямо. И желоб, если мы
сверху. Сверху пускаем яйцо, естественно, оно быстрее и дальше укатится. Да, а здесь, если снизу, то меньше. Так, вот по игре внимательно и думаем, где ближе яйцо поставить. Вот. Наша задача сбить яйцо. Да, сбить яйцо. Ну вот сейчас я попытаюсь сбить яйцо. Если яйцо не собьешь, яйцо твое остается. Есть. Все три мои. Все три твои? Да. Ничего вот себе. Вот в чем фишка игры. Да, теперь я. Нет? Теперь Паша. А, теперь я. Опять да. Папа. Вот раз чем... он выиграл этот кон, значит, понятно. Следующий тоже его. Ну, папа-то профессионал. Че. Ну, может, он, конечно, еще попадет. Нет. Угу. Так, теперь Паша. Следующий. Давай. Погоди. Ух ты! Молодец, с первого раза! Да, и вот мы сейчас как бы вступаем в поле, да, ногой. Ага, ага. На песке, наверное, нельзя? В идеале делать? На песке, то есть в кон никогда не встают. Ой, вернее, в поле никогда не встают. Обходят полностью кругом. Если поле вообще большое, очень много народа играет, то, естественно, когда очень много народа, делается в очень большое поле. То есть встаешь ногой и сразу здесь надо сразу закатать это место. Ну понятно, чтобы яйца прямо. Ну у нас импровизированный песок палас. Так, Паша опять. Ну давай, сынок. Нет. Так. А почти. От борта. Ну хотя от борта тоже считается. Нет, ну сейчас да? Нету ничего. Ну да. Не задело. Не задело. Где какие правила у нас от борта считалось? Не задело. А где-то говорили, что от борта не считается. Ну пускай у нас будет считаться от борта. Мама пошла. Мама пошла. Есть! Два! Два моих. Опять я кидаю. Так. Это мои. Ну как, смотри, а? Оно разобьется. Марьян, не бей, что? Нельзя бить, да. Нож потеряешь. Яйцо, ребята, если смотрите, играете, яйцо, которое начинает биться, то его убирают с поля. То есть просто выкидывают. И не дают игроку, который приходит, пускать в поле разбитое яйцо. Марьян, теперь ты пускай. Да, в самого верху. Так, у нас установлено в игре, у каждого что яйцо будет стоить вот такие импровизированные монетки. В реале это деньги живые. Как я говорил, что одно яйцо в реале крашеное будет стоить дороже, почти как десяток. Ну, где-нибудь полтинник бы оно стоило бы сейчас. Так, на тебе, иди выкупать. У каждого 4 монетки. Выбирай какое-нибудь одно яйцо. У каждого по 3 монетки. На тебе. По 3 все-таки? Да, по 3. На, Паша, тебе тоже 3 монетки. 3. Спасибо. Богатей. Сейчас. Ну, я тебе дам потом. Так, Марьяна, так как у нее закончились яйца, она у нас самый маленький игрок, она выкупает яйцо. Любое, какое ей понравилось, она идет... И кладет вместо яйца монеточку. Либо это делает старшие игры, то есть заходит. Но у нас тут она наше поле не поломает, так что она берет и выбирает любимое яйцо, на место яйца ложит монеточку. Класс.
кладет. Все, кладет монеточку. Все. Все, теперь ты. А, и катает она. Ее ход она катает. Котеечка. Давай внимательно, внимательно. Молодец! Не зря монетку потратила, да? У тебя теперь два. Ходи еще разок. Мимо. Так, кто идет, входит? Мимо. Ты теперь? Я. У меня тоже что-то я проигрываю.